У уполномоченного будет возможность видеть все избирательные участки, то есть видеотрансляции, которые будут на избирательных участках, то есть то видеонаблюдение, которое предусмотрено федеральным законодательством, будет выведено нам на личные рабочие места уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, с тем, чтобы мы имели возможность просмотреть, имели возможность, если такая необходимость, зафиксировать и принять соответствующие меры по разрешению каких-либо, да, сложных ситуаций.